На 8 марта принято дарить подарки. У героини нашего следующего сюжета они особенные. В канун праздника представительницы прекрасного пола получили государственные награды. Ах, какая женщина! Можно сказать про каждую гостью этого праздника. Всех этих дам пригласили в торжественный зал Дома правительства не просто поздравить с наступающим 8 марта. Глава Чувашии вручил государственные награды лучшим труженицам республики. Я горжусь нашими труженицами, тружениками, потому что труженицы без тружеников тоже не могли бы так трудиться. Все это взаимосвязано. Друг друга вдохновляют, друг друга подбадривают. Чувства, аура другая. И с этой точки зрения можно вообще отметить будущее Чувашии. Это практически будущее за мамами, за нашими детьми. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Награды получили представительницы самых разных профессий. Те, кто трудится на производстве, педагоги, журналисты, работники культуры, сельского хозяйства, сфера обслуживания, медицины. Благодарю от всего сердца за столь высокую оценку моего скромного труда. Трудно, конечно, мне сейчас сказать, вот выразить словами все, что я чувствую. Хочу разделить награду со всеми сотрудниками Чебоксарского филиала, Межотраслевой научно-технический комплекс микрохирургии глаза, где я работаю с самого основания почти 30 лет. Работаю в центре занятости 20 лет. Считаю, что это моя судьба. Рада, что я оказалась в службе занятости, потому что очень люблю работать с людьми, оказывать им помощь, давать разъяснения. Радуюсь, когда получается, есть оценка нашего труда, всего центра занятости сегодня, я считаю, потому что я получила такую высокую награду. Это не только моя награда, а награда всего нашего центра. Высокий профессионализм, верность избранному делу, талант и трудолюбие – вот что объединяет награжденных, отметил глава республики. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.